Друзья, всех приветствую. Сегодня хотелось бы обсудить одну из самых главных тем последней недели. Это новости о деноминации рубля. Опять же, выводы о том, что это почти хайп или даже самый настоящий хайп в плане тематики, я делаю на основании резонанса ее в моем ближайшем окружении и волнений, которые эта тема, собственно, вызвала. Откуда дует ветер? Кто-то предположил, что сейчас самое время изменить номинал российской валюты, изменить сразу в 100 раз. Якобы это должно помочь рублю. Но вот непонятно только помочь, что сделать. Укрепиться, ослабить, и вообще, зачем это нужно. Кстати говоря, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, естественно, уже опровергла эту информацию, как бредовую. Я в целом согласен, поэтому решил также развеять миф со своей стороны, копнуть чуть-чуть глубже и все-таки постараться сделать так, чтобы каждый из вас имел четкое представление, почему же в деноминации сейчас нет никакой экономической целесообразности. Ну, во-первых, деноминацию проводят тогда, когда покупательская способность денег действительно ничтожно мала. Когда для того, чтобы купить тот же самый хлеб, вам необходимо расплачиваться пачкой денег миллионами или даже сотнями миллионов. Один вот из самых свежих и недавних примеров – это ситуация в Аргентине, где из-за гиперинфляции в магазин за продуктами нужно идти, в прямом смысле, с тележкой денег. Можно сказать, что необходимость деноминации очень сильно граничит с ситуацией, когда, например, покупательская способность банкноты оказывается ниже стоимости бумаги, на которой она напечатана. Рубль, как вы все прекрасно знаете и видите на сегодняшний день, не настолько слаб по отношению к своим конкурентам, чтобы о нем можно было бы говорить в подобном ключе. Набиуллина, кстати, отметила, что согласно мировой практике нули срезают, когда их становится слишком много. Вот, например, в 1998 году Центральный банк убрал сразу 3 нуля, а в Беларуси в 2016 году 4 рубля. То есть белорусский рубль тогда деноминировали, получается, 10 тысяч раз. Сейчас за один белорусский рубль дают 30 российских. А раньше самым маленьким номиналом были 100 рублей, то есть примерно 30 копеек российских денег. Вот это действительно было неудобно, поэтому, в принципе, тогда процесс деноминации был более чем логичен. Второй момент, на который нужно обратить внимание, то, что деноминация практически всегда тождественна или, скажем, равна гиперинфляции. Ну, то есть без первой не может быть второй. В России сейчас инфляция на рекордно низком уровне, 3% годовых. Также нет неконтролируемого обвала валюты, то есть девальвации. Более того, из-за последнего роста цен на нефть рубль чувствует себя очень даже неплохо. И по мнению многих экспертов, ну, я признаюсь, не совсем разделяю такую точку зрения, дальнейшее восстановление цен на черное золото может привести к тому, что рубль станет еще дороже. Я, кстати, готовил ролик по перспективам рубля тоже в секции «Пульс рынка». Он доступен сейчас на нашем канале относительно того, что же можно ожидать до конца 2020 года. Те из вас, кто все-таки этот ролик еще пропустил, рекомендую найти время и с ним познакомиться. Третий момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что Центральный банк России, как и любой адекватный банк, никогда не будет ввязываться без особой необходимости в затею, которая сопряжена с большими расходами. Если прикинуть, что печать одной банкноты обходится примерно в 2-3 рубля, чтобы заменить всю наличную денежную массу в России, порядка 12 триллионов рублей, напечатать, как вы понимаете, нужно очень много денег. Общие затраты, на мой взгляд, могут превысить даже 100 миллиардов рублей. Это еще не считая транспортировку по всей стране. Последняя информация от Министерства финансов о том, что дефицит федерального бюджета России в период с января по июнь 2020 года составил 956 миллиардов рублей. А тут вот еще на бесполезную фигню, скажем так, еще нужно будет выложить 100 миллиардов рублей. Ситуацию это точно в стране не улучшит. Я думаю, что если каким-то чудом и образом удастся найти вот эти дополнительные 100 миллиардов рублей, их лучше будет пустить на увеличение пособий, скажем, по безработице. Ну и в-четвертых, изменение номинала, особенно на первом этапе, представляет угрозу для безопасности всей денежной системы страны. Вот хороший пример тоже относительно недавний, когда появились купюры достоинством в 200 и 2000 рублей.
Собственно, после этого банки были вынуждены перенастраивать собственные банкоматы, чтобы те могли принимать новые купюры. Было зафиксировано в этот период времени очень много сбоев и мошеннических действий. Некоторые магазины поначалу отказывались даже принимать новые купюры. Я могу предположить, я думаю, что, друзья, вы все со мной согласитесь, то, что полная смена номинала приведет вообще к какому-то тотальному хаосу и неразберихе. Таким образом, опасаться деноминации рубля точно не нужно. Хотя бы потому, что в ближайшее время ее точно не произойдет, и я в этом абсолютно уверен. Поэтому не забивайте себе голову. Сейчас лучше на что настраиваться, так это на последовательное ослабление рубля в район 80 за 1 доллар, с учетом того, что мы все-таки ждем ухудшения экономической конъюнктуры в России за последствия пандемии. И все, кто следит за тем, что происходит в том числе на рынке нефти, допускают, что в секторе энергетики может развиться сейчас в ближайшее время коррекция, которая и подтащит за собой российскую валюту. Но опять же, каких-то предпосылок для деноминации точно не возникнет. Друзья, если у вас есть своя точка зрения по этому вопросу, буду рад обратной связи. Можете писать ваше видение ситуации в секции с комментариями. На этом все. Всем большое спасибо.